Вітаємо вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь програму «Міська рада на зв'язку». Сьогодні я, журналіст Олександр Молодцов, разом з моїм гостем будемо говорити про нарахування субсидій. Наш гість – директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради Сергій Бондаренко. Питання субсидій не нове, ми його вже порушували, але з огляду на актуальність і важливість цієї теми, ми знову будемо говорити про ці питання, а також переваги та труднощі, які зараз є серед нашого населення. На минулій нараді в Кабміні пан Яценюк говорив, що є проблемні питання у нарахуванні субсидій. В масштабах України ця справа рухається з половиною ефективністю, принаймні в всеукраїнському масштабі мова йшла про те, що всього-навсього 50% сімей в масштабах України отримали субсидію. Який стан призначення субсидій у Миколаєві? Напевне, у нас процент все-таки більший від національного. Ну, в первую очередь, Александр, я хочу сказать, что жилищная субсидия – это в этом году самая масштабная социальная реформа, которая проводилась за все годы. Сразу говорить по количеству, да, я могу сказать, что на сегодняшний день в городе Николаеве 69% уже назначенных субсидий. А обратилось к нам за назначением субсидий, вот с учетом и с учетом отопительного сезона, который переходящий идет 14 по 15 год, уже более 20 тысяч. То есть, если говорить от общего количества домовых хозяйств в городе Николаеве, то это 10,3% домовых хозяйств города Николаева. Опять же, в сравнении хочу, так сказать, привести цифру о том, что в прошлом году эта цифра была 1,7%. То есть идет значительный рост. Вот. То, что мы работаем, выполняя государственную программу, выполняя правительственное решение, выполняя постановление Кабинета министров по жилищным субсидиям. Як ви гадаєте, що гальмує справу нарахування субсидій? Чому зберігається певна недовіра або побоювання щодо того, що ця, можливо, допомога буде недієвою, або вона не дійде в повному обсязі? Чому люди бояться? Правильный вопрос, и он и нас волнует, вот, потому что на сегодняшний день жилищная субсидия – это все-таки компенсация государства в связи с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Да, может быть, летний период, когда коммунальные услуги еще незначительные, поэтому граждане еще пока, в общем-то, до конца не осознали вот, о том, что все-таки жилищная субсидия для, будем говорить, значительной части семей, это будет являться именно необходимостью. Значит, поэтому я, пользуясь, естественно, сегодняшней нашей передачей и как мы раньше встречались, мы всегда говорим, что в субсидии надо доверять, в субсидию надо поверить. Может быть, здесь, получив вот соответствующие сведения, которые мы направляем, значит, гражданам именно как вот результат назначения субсидии, суммы здесь, конечно, может быть, пока не впечатляют, и достаточно нулевых субсидий, но самое главное хочу сказать, что граждане уже есть в нашей базе, и то, что отопительный сезон, который в связи с повышением тарифов на газ даст очень значительные суммы по оплате за жилищно-коммунальные услуги, вот тогда уже не стоит будет беспокоиться, мы автоматически будем осуществлять начисление, перерасчет, который мы, и у нас, как говорится, сейчас процесс постоянно продолжается по перерасчетам, меняется вот тариф по воде, меняется тариф по газу, мы автоматически все эти расчеты производим. Поэтому надо обязательно прийти за субсидией.
случай, ну, вернее, мы так говорим, как говорится, я по-народному говорю, извините. Зрозумілише, так. Да, а необходимо заполнить, соответственно, заявление, заполнить декларацию. Вот хочу обратить внимание, це что... Да, вот образец, который мы везде, во всех службах, на наш случай, имеем, что государство ушло от того, чтобы там указывать в декларации какие-то абсолютные цифры, потому как, ну, это приводило к определенным неточностям и так далее. Мы только лишь, в данном случае, по решению правительства оставили какой вид, соответственно, платежа, вот, и организация, которая это выплачивает. А мы эту всю, в данном случае, ну, сведения получаем с фискальной службой. Уже, в общем-то, налажен очень эффективный связок с фискальной службой, и мы все сведения получаем, и это подтверждается, ну, соответственно, те суммы, которые, в общем-то, граждане получали, официально отчитываясь во все, так сказать, органы и то, что проходит через фискальную службу. Скажите, будь ласка, а яка дія вашого відомства, якщо документи заповнені неправильно, умисно або чи не умисно? Що далі? Ну вот, к сожалению, это самый больной вопрос, и я, пользуясь сегодняшним эфиром, прошу, пожалуйста, кто еще к нам не обратился, ну, мы настоятельно рекомендуем обязательно заполнить заявление, заполнить декларацию, тем более, что начнется вот с сентября очередной этап направления бланков, декларации и заявлений. Самое главное – пожалуйста, указывайте строго по паспортным данным ваши сведения в заявлении. Очень внимательно отнеситесь, прошу, к заполнению идентификационного кода. Потому что, вот вы правильно говорите, что у нас некорректность этого заполнения приводит к тому, что мы вынуждены приглашать вас для того, чтобы выяснять, почему предприятия, организации, которые пользуетесь коммунальными услугами, почему они показывают нули по вашим, в данном случае, коммунальным услугам, где в чем неточность. Поэтому это только мы можем выявить путем того, когда мы перепроверим паспортные данные, когда мы перепроверим идентификационный код и выявим эти неточности. Потому что, направляя сведения в фискальную службу, а это в данном случае не городские или районные, это государственная фискальная служба, потому что это единая государственная база, проходит определенное время. Мы получаем некорректные сведения, мы еще раз направляем, потому что, ну, может быть, мало ли, какие-то там произошли сбои, нам опять направляют, в общем-то, то, что, так сказать, там не соответствует ноль. Вот тогда мы вынуждены граждан приглашать. Мы стараемся в данном случае, ну, дать возможность людям, чтобы они своевременно урегулировали вот в данном случае соответствие количества зарегистрированных по коммунальным организациям. Это очень тоже важно, чтобы количество в ЖЭКе, количество водоканале, количество там по теплу, по газу, все количество должно сходиться до человека. Если где-то хоть в одной организации это не сходится, мы вынуждены приостанавливать, мы вынуждены выяснять ситуацию, мы вынуждены просить заявителя, чтобы он урегулировал эти взаимоотношения с соответствующей коммунальной организацией, и тогда только лишь пойдет уже корректность это, и субсидия будет назначаться. Скажите, будь ласка, на мою думку, дуже багато потенційних отримувачів субсидії просто кажуть, там мені можуть і не нарахувати, я достатньо заробляю, чи там в мене є нерухомість. Скажіть, будь ласка, які обмеження є для отримання субсидій? Хто має право на отримання субсидій? Ну, на сьогоднішній день я хочу все-таки з обмеження начати, то есть ограничення. Оно осталось только одно единственное, когда человек, ну, в данном случае семья, приобрела какую-либо, в данном случае, вещь стоимостью свыше 50 тысяч.
Вот только это в данном случае не дает права на назначение субсидии. Ну и, безусловно, начнем, как говорится, с самого начала, что государство жилищную субсидию определило как адресную помощь конкретной семье, исходя из их совокупного дохода и оплата за коммунальные услуги. Хочу сразу сказать, что в данном случае в передаче приводить те формулы, какие необходимы для расчета, оно не всегда, в общем-то, зачастую трудно воспринимается. Поэтому я рекомендую приходить, в данном случае, кто просто в данном случае хочет выяснить, там, он имеет право или не имеет, если он там все-таки проще всего заполнить заявление, декларацию направить, отельные граждане хотят все-таки выяснить, вот там право или нет. Пожалуйста, приходите, мы готовы в данном случае этот расчет сделать. Более того, Александр, городская власть, вот как говорили, что все-таки есть сложности, не все так гладко, но мы еще в апреле, распоряжением Николаевского городского головы было принято распоряжение по организации работы именно в вопросе назначения субсидии. И кроме четырех наших районных управлений, в городе с апреля работает еще 24 пункта. Они действуют, они работают, в данном случае при 13 ЖЭКах, при 5 отдаленных микрорайонах. И так далее. Там наши специалисты имеют достаточно информационного материала и подготовленные, которые готовы разъяснить человеку, в данном случае, и самое главное, что не просто разъяснить, а принять от него эти заявления, эти декларации для того, чтобы уже передать нашим районным управлениям для проведения расчета. Скажіть, будь ласка, як нараховуються субсидії, якщо рахунки відкриті на різних членів домогосподарства? Як в такому випадку ведеться робота? Все-таки это, если, к примеру, жизнь есть жизнь, уходит из жизни основной квартиросъемщик, заявление может написать любой, в данном случае, проживающий по этому адресу зарегистрированный, и мы берем это в работу, надо будет только указывать соответствующие сведения в заявлении, и мы готовы сделать этот расчет. Если же в данном случае на сегодняшний день есть основной квартиросъемщик, а отдельные счета по каким-то коммунальным предприятиям на другого, это, конечно, не соответствует, вернее, в данном случае это надо урегулировать и привести в соответствие именно на одного квартиросъемщика. Еще одна типовая ситуация, если людина проживает за межами своей прописки, и как в таком случае нараховывается субсидия на основное место, где он прописанный? Чи мають право, зрештою, там? Кстати, это очень существенное изменение, которое было принято постановлением Кабинета министров в мае этого года. И впервые государство определило, что граждане, которые проживают в другом административном населенном пункте, могут, предоставив соответствующую справку о том, что он учится в другом городе, что он там в данном случае в командировке длительной, что он в данном случае в силу разных обстоятельств там находится, и по соответствующей справке мы имеем право на комиссии рассматривать вопрос именно по тому, чтобы этого человека не брать во внимание. По городу
вот в данном случае там, где единая, как говорится, административная единица, есть определенные сложности, в чем они заключаются, что требования постановы остаются те же. Вот, что гражданин должен подтвердить это, опять же, документально, довидкой, что он проживает по другому адресу, и самое главное, что он официально оплачивает по тому адресу коммунальные услуги. Тобто, якщо він за іншою адресою сплачує послуги, то за основною пропискою, зрештою, рідні батьки можуть не платити або платити менше, нараховується більше субсидія. Да. Тобто на комісії у нас в даному случае розглядається еженедельно десятки, в общем-то, обращений граждан, которые мы, понятно, что любой, как говорится, закон, постанову невозможно в жизненной ситуации вместить. Есть свои особенности, поэтому комиссия, куда входят и депутаты городского совета, и представители общественности, мы рассматриваем и, ну, стараемся, безусловно, в большей степени идти навстречу гражданам. Скажіть, будь ласка, от у мене є таке питання, я вважаю, що це важливе питання, і ми повинні про це говорити, що субсидії нараховуються на так званий соціальний стандарт, певний обсяг мінімальний або потрібний, який виділяється державою на опалення, на водопостачання, електроенергію. А на зайві кіловати, кубометри, я так розумію, це повинен нараховуватися, громадянин повинен платити, сплачувати повну ціну, якщо це так? Да, действительно, постановлением Кабинета министров, в данном случае приняты официально эти социальные нормативы. Хочу сказать, что вот для квадратных метров жилой площади они значительно увеличены. Если раньше это было 31,5 квадратных метров, то теперь это 48,825. То есть, в общем-то, очень существенное изменение. Вот, ну, и по ряду другим там есть, как говорится, и в большую степень есть и по газу несколько они откорректированы, вот, и по воде, ну, в данном случае государство для этого приняло те социальные нормативы, по которым идет расчет именно для граждан, которые пользуются коммунальными услугами, безусловно. Скажите, пожалуйста, загалом, субсидии нараховуются, але и на державном уровне, и на, возможно, на місцевому. Хотілося б більших показників, більшого охоплення, більшої, зрештою, статистики. Що гальмує цю справу загалом, окрім того, що люди мають певну недовіру? І чи можливо на самому рівні вашого відомства, на рівні організації або комунікації з іншими відомствами, це якісь є, так би мовити, камені спотикання? З вашого боку, я так розумію, робиться, ну, все можливе, я, напевно, навіть більше. Александр, я бы не хотел именно вот в большей степени там к недоверию какому-то сводить. Здесь просто, в общем-то, как вот я говорил, летний период еще незначительные суммы по оплате, в общем-то, сведений, которые есть. Я вот специально взял на передачу вот этот вот рахунок поведомления, которое мы все получаем ежемесячно, там, 10-го, ну, после 10-го числа, где все расписано по именно вот услугам коммунальным, сколько платить, какие долги. Вот здесь вот есть, кстати, и графа жилищных субсидий. Я, пользуясь случаем, хочу проинформировать граждан, что объем значительный. Мы привлекаем для того, чтобы приносить вот эти вот свидетельства, поведомления по назначенной субсидии для жителей, ну, будем говорить, наши структуры. Хочу, в общем-то, сказать, что, ну, нет необходимости приходить специально к нам в управление и просить, где же это поведомление. Мы его принесем к вам домой. Более того, я прошу при вот получении этого счета по оплате за коммунальные услуги
Обращайте внимание, там, в данном случае, вот где графа «жилищная субсидия», если уже, так сказать, стоит соответствующая сумма, значит, это ваша жилищная субсидия, и вы, соответственно, можете уже, так сказать, знать, что она назначена. Уведомление вы обязательно получите. Хочу сразу успокоить, значит, граждан тем, которые, вот, получив уведомление и увидев, что там субсидия нарухована, а лишь там стоит ноль, да. Но, опять же, летний период, небольшие затраты по коммунальным услугам, доход именно есть. Но самое главное то, что гражданин уже есть в базе, что в зимний период нет никакой необходимости специально приходить что-то выяснять. Вот, тем более, когда получите, значит, поведомления по оплате за тепло, суммы уже будут, естественно, значительные. Мы, естественно, будем без вашего специального обращения делать этот перерасчет. Вот, и обязательно то, на что ви маєте право, ви обов'язково це отримаєте. Скажіть, будь ласка, ще одне таке побоювання є, чи вистачить грошей в бюджеті на ці субсидії? Вистачить. Значит, мы, если вот в прошлом году на субсидии у нас было где-то около 9 миллионов, в этом году в бюджете городском у нас предусмотрено 220 миллионов. Кратное збільшення. То есть очень существенный рост. Наша передача вже скоро добігає кінця. У мене буде одне з передостанніх питань. Скажіть, будь ласка, що нового з'явилося у питанні нарахування пільг? Адже велася мова не так давно щодо того, що певні пільги будуть з 1 липня скорочені або закриті. Заспокойте наших глядачів, що трапилося. Ну, в першу чергу, да, змінення є. Изменения имеют место. Значит, с 1 июля я опять вот хочу вернуться вот к этому поведомлению, потому что оно крайне важно. Это благодаря усилиям Департамента социальной защиты облгосадминистрации и нашего городского департамента для каждого гражданина и особенно для льготчика. Обратите внимание, вот на раздел пильга вы там обязательно должны конкретно для вас вот эти вот и июльское, но то, что вы в августе получите после 10 числа информация, там будет индивидуальная. Там, где будет льгота, опять же, абсолютные цифры, то вы должны понимать, что у вас льгота в данном случае сохраняется, ее размер как положено и так далее. Для граждан там, где, к примеру, пильга будет написано, что недостатньо в данном случае сведений, вот, это действительно необходимо будет подойти, значит, в службу социальной защиты для того, чтобы уточнить, потому что вот с 1 июля для отдельных категорий, а это все-таки массовые категории, это участники войны, это дети войны, это многодетные семьи, значит, льгота на жилищно-коммунальные услуги считается по доходам. Этот доход определен в размере оподаткованной пильги, она составляет 1710 гривен. Вот если доход, значит, граждан, но опять, на которых распространяется льгота, вот, будет превышать эту сумму, значит, к сожалению, закон категоричен, льгота не будет распространяться. Но хочу сразу сказать, что не надо в данном случае отчаиваться, жилищная субсидия. Заполняйте, вот если вы еще не заполнили, сразу жилищную заявление, декларацию на жилищную субсидию, значит, и мы будем вам вот вместо пільги, там, где позволяет этот доход, назначать жилищную субсидию. Дякую вам за фахові коментарі. Шановні глядачі, на жаль, час нашої програми вичерпано. Програма «Міська рада на зв'язку», журналіст Олександр Молодцов. Разом зі мною на мої питання відповідав директор
Департаменту праці та соціального захисту населення Сергій Бондаренко. Дякуємо за увагу, а я не прощаюся надовго. До побачення.